паприкаш. На разогретом растительном масле обжарьте кусочки телятины. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, острый зеленый и красный болгарский перцы. Плесните немного бульона. Потом перемешайте сметану с 2 столовыми ложками муки и положите смесь в паприкаш. Туда же отправьте томатную пасту и мелко нарезанные помидоры без кожицы. Добавьте соль, перец горошком и лавровый лист. Потомите на медленном огне. Еще 5 минут, и венгерский паприкаш готов.